Всем привет и снова здравствуйте. Меня зовут Тимур Джамабай, в эфире передача «Вкус жизни». Сегодня мы оказались в самом центре города, в одном из самых крупнейших гипермаркетов. Как он называется? «Глобус Берике». Работает с 8 до 12 часов. Большой, огромный выбор продуктов. Давайте будем закупаться. Сегодня у нас очень интересная передача впереди. Поехали! Сегодня у нас в гостях мужчина, который будет готовить фрикасе. Что из продуктов он заказал? Куриное филе, плавленый сыр, лук, маринованные шампиньоны целиком, кукуруза 1 банка и сливки. Ну, прямо скажу вам, выбор у нашего повара сегодня совершенно небольшой, ему будет сложно, поэтому мы возьмем несколько продуктов вдобавок, чтобы расширить его картинку. Поехали закупаться. Так, есть куриное филе 600 грамм, но мы возьмем 700, меньше пачки нет. Зато, как всегда, все свежее. Это гипермаркет «Глобус», что сделаешь? Качество. Давайте я предлагаю нам сразу для разнообразия нашему повару взять помидорчик и черри мы возьмем. И что-нибудь еще, да, дополнительно. И цветную капусту давайте. Мне интересно просто, что может повар сделать из цветной капусты. Цель – декор. Я не думаю, что вкус. Так, что у нас на... Да, есть, вот нашел. Кнопка на весах. 90. Все, повара нашего мы снабдили дополнительными продуктами. Теперь нам нужно взять лук. И отправляемся за сыром, кукурузой и сливками. Кукурузом. Знаете, мы оказались в утреннее время в этом магазине. Сейчас здесь такая оживленная суета, все продукты выгружаются, то есть много свежего, это прекрасно, это классно. И много покупателей. Смотрите, у нас по заказу сегодня есть плавленый сыр. Написано «любой без привкусов». Мы возьмем одну вот такую упаковку. Есть Хохланд и веселый молочник. Все. Посмотрите, друзья. Сегодня здесь прям большие... Давно я не был в этом магазине, кстати. Здесь и в прошлый раз мы когда здесь закупались, было отличительной чертой, что очень большие ряды вот этих вот акционных продуктов. 253, 199, целых 54 сома с одной бутылки экономия. По-моему, прекрасно. Тем более для любителей оливкового масла, специального отжима. Так, сливки 20, 10. Ну, давайте возьмем по 10%, две упаковки. Пускай напитается продукт. Есть кукуруза и шампиньоны. И поедем использовать наше мобильное приложение. Шампиньоны я нашел. Есть. Мы возьмем две упаковки. Тем более на них акция сегодня. Целых 15 сом мы можем сэкономить. Класс! Еще и на бонусную карту нам все это отправится. Как мне нравится вся эта система. Ходишь, покупаешь продукты, кушаешь, а еще тебе деньги за это платят. Так, кукуруза Бондюэль. По нашему опыту я понимаю, что в принципе хватит и одной банки. Но для того, чтобы все было по-честному, нужно взять две. Опередили меня. Не-не-не, пожалуйста, пожалуйста. Ох, какой у нас сегодня красивый набор продуктов. Но я вам, знаете, что скажу? Что, в принципе, сейчас кулинарные предпочтения людей очень даже похожи стали. Все готовы бесконечно делать что-то некалорийное и не очень жирное. Потому что здоровое питание, потому что современный ритм жизни. Все, спасибо большое. Ну что, отправляемся в нашу кухню готовить фрикасе. У нас никогда еще не было этого рецепта, хотя он очень-очень даже на поверхности. Посмотрим, чем нас удивит сегодня повар. Ну что, мы оказались в нашей волшебной теплой студии, где уже готовы бороться два человека. Сегодня это мужчина и девушка. По правилам нашей передачи, гость, обыкновенный человек, который абсолютно никак не связан с кухней, выбирает какой-то определенный набор продуктов, а повару у нас достается особая задача, это черный ящик, как называют это повара. Это настоящее состязание, в котором повару нужно проявить что-то очень неординарное и все свои способности показать здесь. Итак, я готов представить вам гостей, которые сегодня у нас заявлены. Давайте начнем с человека, который сегодня вершит бал. Итак, родился он в городе Алматы, живет в Бишкеке, уже долгое время работает музыкантом, тамадой, ведущий шоумен. В общем, человек, коллега, здравствуйте. Зовут его Мавлян Маметалиев. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и против него сегодня сражается девушка, которая шуршит. Она уже готова что-то нам здесь предоставить интереснейшее. Повар, профессиональный, с опытом работы 8 лет на кухне, Гульнур Байдолетова. Здравствуйте. А вот почему она шуршала, она снимала перчатки. Все понятно. Ну что, друзья мои, Гульнур, сегодня у нас Мавлян заказал набор продуктов, и я готов вам показать. Вы готовы? Готовы. Давайте. Откроем набор продуктов и узнаем, что нам сегодня достается. Все просто, все легко. Он будет готовить по набору продуктов, понятно, фрикасе. Фрикасе, да? Это куриное филе, это плавленый сыр, это кукуруза, это шампиньоны, это... Лук. Плюс обязательные продукты. Это у нас сливки. Все, все. Больше у нас ничего из обязательных продуктов нет. Верно, да, Мавлян? Да, и все. Сковородка. Все, ну, сковорода это уже как дополнительные атрибуты. Но я понимаю, что для повара не хватает красок, не хватает цветов, и поэтому мы как необязательный элемент добавили для вас помидорчики черри. Для красоты, для дополнительного. Ну и плюс, если хотите, вот это тоже можно использовать. Хорошо. Договорились? Договорились? Это для вас, Мавлян, вам этого не обязательно. Гульнур, оставляю вас наедине с собой, подумайте. Хорошо. Какое-то время, потом расскажете, что будете готовить. Мавлян, делитесь, что будете готовить вы? Ну, фирменное блюдо называется фрикасе. Ага, чье фирменное? Очень вкусное, ну, я думаю, что это блюдо английское. Так думаете, я так думаю, да. Потому что англичане, они любят изысканный вкус именно с курицей. Но французы тоже едят. И оно пришло к нам в Кыргызстан и уже много-много лет в ресторанах готовится. Все, отлично. Фрикасе мы будем готовить, да? Фрикасе, да. Ну, примерно идет так. Обязательно филе курицы. Замечательное филе курицы. Затем у нас обязательно нужны грибы. Все. Все, тогда, Мавлян, я вернусь к вам немножко позже. Хорошо. Пока, друзья, я хочу напомнить, что каждый из вас может принять участие в нашей телепередаче. Каким образом? Все просто. Пишите, звоните, все контактные данные увидите внизу. Ну и мы, конечно же, готовы всегда услышать, увидеть и попробовать, что вы нам приготовите. Оставайтесь с нами. Так, Гульнур, что будете готовить вы? Я сейчас буду готовить, как Байкешка сказал, фрикасе фаршированное с луком и салат легкий. Удачи! Ну, удачи! Удачи нам, удачи мне. Удачи всем. Всем удачи. Так ножами поразмахивали друг на друга. Да. Друг другу удачи. Ну все. Да. Так, Мавлян, я готов поговорить с вами, хочу поговорить. Вы у нас, внимательно слушаю, да, вас. Вы у нас музыкант, шоумен, тамада, ведущий. Профессиональный человек, да, да, ведущий, человек-праздник. Человек-праздник. Скажите, как вы пришли к этому делу? Что у вас первоначально, музыкант или все-таки ведущий? Ну, я начал вообще карьеру с музыки. Я всегда любил петь. И у вас есть профессиональное образование на этот счет? Нет, мы вообще как бы самоучки, да? Свое, да? В этом деле, да. Начал петь, ну а затем уже по совместительству пришлось и тамадить. Начать, точнее, да. Это получилось очень случайно. Был вечер, праздник, но не было тамады. То есть он был, но он как бы подвел. Понятное дело. И меня очень сильно попросили провести этот праздник. У вас уже получилось? Знаете, получилось очень хорошо. Заплатили деньги. И вас втянули. Да, это очень... практически как казино. Да. Я думаю, почему бы нет? Почему бы нет? Все, и начали работать. Уже с 2000... И сколько лет вы уже? Уже с 2007 7-8 года уже. 7-8 года? Да, уже. Солидно, солидно. И как вам? Вы знаете, очень хорошо. Люблю свою работу, очень сильно. А вообще доставлять радость людям – это очень хорошо. Смотрите, чего там происходит. Я не понял вообще, о чем идет речь изначально. Она, оказывается, действительно решила фаршировать лук, друзья. Мавлян, там серьезная заявочка. Очень серьезная. Нужно бороться, ускоряться. Будем бороться. Так, нам нужно масло. Вот оно, масло. Так, сейчас мы теперь по технологическому процессу. Мы сейчас будем обжаривать курицу. Курицу потом. Потом уже будем добавлять лук. Оставляю вас наедине с собой. Пошел Гульнур. Так, Гульнур, расскажите мне, пожалуйста, вы у нас открыли лук, вскрыли его, так сказать, вычерпали оттуда все. Первый раз я вообще, честно говоря, такое вижу, но это выглядит достаточно прикольно. Все, что вы достали из лука, вы нарезаете. Да. Курица тоже нарезана мелко. Да. И здесь вы еще что-то сделали с курицей. Это на салат. Это на салат. Да. Вы ее замариновали, просто соль, перец и оливковое масло. Да. Для того, чтобы он замариновался. Потом вы будете это жарить. Да, да, отдельно. С этим что? Это как фрикасе получается. Мы тоже будем жарить, замаринуем. Сейчас. И вот потом вы это все запихаете в лук? Да, и потом в духовку. Я представляю, понял, что это будет. Это будет вкусно. Это будет классно. Необычная подача фрикасе. По факту то же самое, но... немножечко другое. Интересно. Интересно, если хотите угостить. Блюдо, кстати? Чье это блюдо? Я думаю, что это блюдо Франции. Фрикасе, да. Мне кажется, что это блюдо французское, да. Мы с вашим рецептом поняли, что будете делать с цветной капустой. Сейчас ошпарим сначала. Ошпарим. Так. Ох, ох, здесь вода, осторожно. Так, масло еще не накалилось, да, у нас получается? Расскажите о себе. Вы повар 8 лет на кухне, да, у вас колоссальный опыт работы. Как вы к этому пришли, дело? По очереди. По очереди я уехала в Россию. В каком возрасте? 20 лет почти, 20 лет. Потом уехала, мы торговали джинсами. Реально. Там есть на рынок Таганский. Это Екатеринбург. Город Екатеринбург. Вот так мы работали. Потом что-то устала слишком. Продавать джинсы. Да. Это не у вас фишки какие-то были при продаже джинс? Да. Какие, расскажите, мне интересно просто. Сестра, подходи, твой размер? Не. Что еще? Не знаю, я хорошо торговала. Да, как люди покупали у вас? Верили вам? Да, верили, потому что я всегда хорошие товары продавали. Да? У нас брендовые товары были всегда. А потом вот... Потом там же в Екатеринбурге вы стали поваром? Да. Как? Где, откуда вы начинали? Именно у Как нас... вас занесло с рынка на кухню? Короче, зима. Холодно на рынке, да, контейнера. Потом я ушла на рынке. Ага. Потом, короче, мы встретились с Димой Бурлаком. Это бренд-шеф Екатеринбурга. Ага. Потом он сказал, ты хочешь работать вот так, вот так. Я бренд-шеф. И вот. То есть у вас, мы познакомились. Ваш путь начался с бренд-шефом крупной сети. Да. И там компания Юста. Я там почти 5-6 лет работала. Сколько здесь вы уже находитесь? Уже 4 года. Честно скажите, на кухне вы вот с рынка, когда пришли, вы продавали джинсы? Нет. По-честному? Нет. Ни разу? Нет. Жаль. Я думал, все-таки прошлое дает о себе знать. Ну что, друзья, у нас интереснейшие сегодня участники приступают к приготовлению. Мавлян, я не понимаю, почему вы еще не жарите. Я жду, не делаете. На курице масло. Да? Понимаете? Ну ладно, будем ждать, когда у нас уже созреет Мавлян. Будем готовить все, что у нас сегодня запланировано. Оставайтесь вместе с нами, будет вкусно. вам скажу, что фрикасе в приготовлении абсолютно оказывается простое блюдо. Мне всегда казалось, что это крайне сложно. Но нет, все предельно легко и просто. Но у нас сегодня два совершенно разных фрикасе. Здесь с двумя видами перца, здесь истинно французский. Да. Лучше. Так, есть у нас еще время поговорить. Мавлян, давайте с вами. Угу. Когда вы будете добавлять сливки и... Уже буквально через пару минут, можно сказать, будем добавлять сливки. Отлично. И завершать наше блюдо. Все, да. У вас уже до подачи остается совсем немножечко, да? Ну, минут 5, наверное, максимум. Поэтому у нас есть время поговорить с вами. Да, Мавлян, да, вспомните один интересный случай из вашей практики. Ведущим, тамадой, музыкантом, да, да, что-то связанное. Было один. Очень много. Я понимаю, что их много, нужно один. Ну, самый такой веселый случай, да, можно сказать, не знаю, веселый насколько или нет, но получилось так, что я взял две свадьбы на одно число. Это не смешно. Это не смешно. Это не смешно, это было, абсолютно. Это потом стало смешно. Представляете, мне звонят, я и забыл. А в двух разных ресторанах? Да, в двух. Или на одной площадке, просто в разных залах? В двух разных ресторанах, где разные свадьбы, и что, разных национальностей. Как вы выбрались? Когда я понял, что я попал. Когда вы поняли это? В день свадьбы? В день, нет, за день. За день. До свадьбы я понял, это когда мне позвонили одни заказчики, потом в этот же день, через несколько часов, позвонили другие. Ага. Я тогда понял, что я перепутал. И? Понимаете? Что вы сделали? Я начал тех уговаривать, те не согласились на другого ведущего. Других уговорил. Других уговорил, тоже не соглашались. Согласились, знаете почему? Потому что я обещал, что я оплачу весь полностью расход. Вместе шоу-программы с музыкантами, тому ведущему сам заплачу. Только из-за этого та сторона согласилась. И так я выбрался. Так, теперь мы добавляем сюда кукурузу, маринованную, да. Бондюэль. Да, да, да. Мы ее добавляем. Сейчас. Сегодня она по акции в Глобусе. По акции. Купи две банки, получи третью бесплатно. Вот именно такая же акция и есть. Так, вам нужен лист? У нас есть вот такие. Давайте. Такой поменьше. И вам еще нужен пергамент, вы говорите? Да. Есть, Гульнур. Пергамент у нас. Так, я хочу сказать, что у нас здесь получилось не 3 порции, а 10. Ну, я не знаю. На всех, кто находится в этом здании, у нас получилось. Но 4 хороших порции выйдет. Все, отлично. Значит, будем кстати, сегодня... кукурузу надо не жарить. Не надо ее пережаривать. Просто... Жарить или нет, не жалеть? Нет, не жарить. А, не жарить. Мы ее добавляем, просто размешаем. А сливки и вот, сыр? Вот. Сейчас, терпение. Вот сейчас. Терпение. Все, тогда... Сливки. Сливки. Вот теперь пришло время сливок. Мы заливаем сливки, смотрите. Звучит интересно, пришло время сливок. Мы заливаем сливки. Немного? Можно, подождите, сейчас можно его перенести на огонь поменьше. Поменьше, да. И... Ох, у нас здесь полностью обосновались наши гости. Гульнур уже отправила, если вы заметили, свой фаршированный лук в духовку. Надо нам дождаться, пока сливки закипят. Все, удачи вам, ждите. Да, ждать. Я пошел разговаривать с Гульнур. Хорошо. Так, давайте я пока переложу тогда. Гульнур. Меньше сделать? Да, да. Сильно, да? Да. Так, расскажите мне, пожалуйста. Вы у нас высоко титулованный специалист. Ага. Да? Да. Где, в каких областях, в каких чемпионатах и какие у вас медали есть? Ну-ка, давайте. У меня бронза 2018 год. 18 год? Год, да. Где? Казан Мангал у нас в мае был. Да. Был такой, да. Помню. Что готовили? Готовила асабука, это баранина стейк. Как еще раз называется? Асабука. Асабука? Да, это баранин стейк. Ага. Получила первый дебют у меня. Крутяк. Это ваша бронза. Первая медаль? Да, бронза. Классно, поздравляю вас. А второй медаль серебро, это в Корчине. О, получила. Нормально. Когда я готовила медальон фаршированный со шпинатом и костный мозг. Чей? Говяжий. Говяжий. Так сказала, как будто больше ни у кого костного мозга нету. Хорошо. Так, и вы говорите, сын ваш 9-летний, да, 9-летний или 8-летний? 8-летний тоже идет по вашим стопам. Да. Да? Совсем недавно он тоже что сделал? Первое место занял. Участвовал, да? Да, участвовал. Можем мне плитку выключить вообще? В турнире маленьких поваров. В турнире маленьких поваров и получил первое место, да? Да. Крутяк, крутяк. Ну, давайте расскажем теперь про салат. Гульнур, у вас есть такая возможность? Так, я посолила оливковое масло и немножко рисовый уксус добавила. Рисовый уксус для того, чтобы была кислинка, да? Вот это вот и мне надо сахар. Сахар это есть, сахар, конечно. У нас, знаете, у нас есть не сахар, у нас есть заменитель сахара. Давайте. Вот она называется стевия. Пойдет? Пойдет. Натуральный заменитель сахара. Мы просто за здоровое питание. Совсем-то там немного было. Мы сварили нашу цветную капусту. Добавили туда помидорчики черри. Посолили. Поперчили сейчас. Поперчили немножечко. Рисовый уксус, оливковое масло. Курица у нас сейчас поджаривается на оливковом масле. И мы это все смешаем. Да. И все? Все. Это легкий такой. Легкий, простой салат. Все, друзья, здесь у нас уже красота, здесь у нас тоже красота. Будем пробовать, остаемся вместе с нами, совсем немножечко остается до подачи. У меня аж слюни уже потекли. Все. Мы готовы попробовать, что нам приготовили наши участники. Я вам скажу, что получилось действительно и красиво, и вкусно. По поводу подачи у меня нет претензий ни к тому, ни к другому. Теперь я хочу попробовать, что у нас вышло. Так, у меня для вас маленькое задание. Я хочу, чтобы вы говорили по-честному. Попробовали, сказали, как вкусно или как невкусно. Хорошо? Прям по-честному. Все, меняемся местами, поехали. Я боюсь, что перец перебьет вкусы, поэтому я начну отсюда. Не против? Пожалуйста. Начну вот так вот, с лука фаршированного. Гульнур, это же можно кушать, да? Да. Ну, в смысле, лук сам. Это все съедобное. Все съедобное. Приятного аппетита. Да. Мавлян, вы тоже угощаетесь, пробуйте. Я после вас. Да? Да. Ну, давайте. После меня спустя 4 минуты, да? Да, 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 в ожидании. Ну, Гульнур, попробуем ваше изобретение. Замечательный вкус, Гульнур. Вкусно, почти как у меня. Так, а здесь мне интересно попробовать курицу. Да, курицу интересно. Знаете почему? Посмотрим, какая она, мягкая или не мягкая. Попробовали? Попробовала, да. Сочно, вкусно. Но там немножко... Молодцы, Гульнур. Перчика. Это специально, это вот именно... По-домашнему, да? Да, это такой он. Давайте будем делиться мнениями. Фрикасе очень вкусно, сочно, курица мягкая, конечно, по-домашнему, там немножко, ну, горечь. В этом и заключается изюминка, в этом и заключается, чтобы она чуть-чуть отдавала горечи, чуть-чуть. Потому что вы в ресторанах заказываете фрикасе, она все равно другое, а домашняя это домашняя. Постное фрикасе вы заказываете, классическое, что за такое классическое, не пойдет. Надо, чтобы такое было. Все. Хорошо. Хорошо, что у вас? Ну, у меня что? Очень вкусно. Вкус, в принципе, фрикасе. Здесь вот курочку, как бы, я бы вам просто посоветовал бы от себя замариновать. Замариновать, чтобы она отстоялась несколько часов, а потом также обжарить. И у нас просто не было этого. Не, я понял, да, поэтому... я вообще говорю, как бы, мое мнение, да. А так все, в принципе, это съедобно, вкусно, как бы я поел бы. Так, ну что, давайте я расскажу вам, что я думаю. По подаче мне понравилось и здесь, и в принципе, да, здесь для домашнего очень хорошо. Что по вкусам? Я, честно, удивлен. Фрикасе в луке, это очень вкусно, это классно. По поводу салата, из того, что было... Сделано, слепило, да. Из того, что было, слепило, да. Вкусно, прикольно, да. Здесь, Мавлян, вкусно, но перец, как я и ожидал. Вот я сейчас, мне даже просто сложно языком вы, наверное, не любите горькое. Я не любитель горького, да. Просто его я добавил чисто так, как изюминку. Гульнур, знаете, Мавлян перед началом передачи сказал, что его друзья сказали, если он сегодня победит, они накроют для него стол. Да? Да. Пускай будет так, хорошо? Давайте. Все, поздравляю вас. Ура! Ребята, класс поляна. Это было круто. Но он вас уже пригласил на коллективную посиделку со своими друзьями. Встретимся там. Встретимся там. Все, друзья, у нас на кухне все, как всегда, по-доброму. Мы готовим вкусно и готовим просто для всех, для вас. Пишите, звоните. Давайте будем готовить все вместе вкусно. Меня зовут Тимур Джамабаев. В эфире передача «Вкус жизни». До скорых встреч, увидимся, всем пока. Кушайте на здоровье.